Всем привет! Сегодня будем пробовать отстроить от феррита прибор квазар. Покажу, как это делаю я. Нахожусь я в квартире. В общем, поехали. Для начала убираем барьер для того, чтобы у нас меньше было вот таких ложных сигнальчиков. Пускай восьмерочка будет. Затем заходим, определяем обязательно катушку. Это автоматически. Нажимаем ОК. Нажимаем стрелочкой вправо или влево. И она автоматически будет искать частоту. А не вверх-вниз. Вверх-вниз. Сейчас она найдет нам частоту, на которой она работает. Все автоматически нашло. Не забываем обязательно нажимать ОК. После того, как мы зашли, нашли катушечку, нам надо отстроиться от феррита. У нас феррит сейчас стоит минус 60. Одной рукой. Берем феррит. Я использую вот такой обыкновенный круглый с дырочкой. Нажимаем вверх и начинаем водить. Тут происходит такие показания. Отстроился у нас минус 59. Нажимаем ОК. ОК, говорю. 59, нажимаем ОК. Нажимаем меню для выхода. Проверяем, будет ли он фонить у нас прибор на феррит. Как видим, машу рукой, а он не реагирует. Потом на это, на телефон, и у меня тут на браслете. Затем берем монетку любую и начинаем махать. Прибор работает. Вот медная пластиночка у нас есть. Гармошки. А нет, это не медная, это сплав тут какой-то. Да, это сплав. Показывает. Сейчас мы найдем что-нибудь медное. Медное, медное. У нас тут медного случая есть. Так, фонит. Вот, медные 2 копейки. Фокусируйся. С орлом. 2 копейки. Потерял. ДБА показывает у нас. А, хотел другой рукой показать, он не получается. Восемьдесят шесть, восемь, девяносто семь миллиампер. Это на снайперке. Хотя вообще рекомендуют 70. Давайте попробуем 70 поставить. 73. Выходим, берем же эту же самую монетку. У нас показания 89 аж прыгают. Чистый сигнал. По поводу баланса-дисбаланса, заходим в меню, настройки, нажимаем ОК. Coil баланс, заходим. Ставлю я желательный баланс вот такой. 100 на минус 160. И меня устраивает это все по полной программе. Все устраивает. Хожу, ищу монетки. Ну, как-то это мне более-менее. Но это в квартире показывает. На природе оно совсем будет по-другому. Но это в двух словах по настройке. Все, ребята, всем спасибо. Всем пока.